Всем доброе и бодрое. Сегодня суббота. У нас погодка 1 мая, кстати, всех с майскими праздниками, девчонки. Но вот так вот немножко чуть-чуть припозднились мы. Надеюсь, сегодня мы их подогоним по блогам, потому что бывает такая, честно говоря, устаешь уже от усталости или от чего-то. Ой, смотрю, так мне жалко, такие шарлатаны были, я брала в их поторе. А здесь вот мы с Яськой рисовали красками акрил. Я не знаю, напишите, девчонки, если кто-то знает, как-то акрил чем-то выводится. С рук он очень тяжело сходит, но сходит так постепенно, когда моешь, он как-то как пленка сходит. А вот вещи, мне кажется, это уже жалко, ладно, ничем. Могут мы чуть попозже потом пойдем. Андрей пришел, он еще ходил сегодня к бабуле туда с утра. Там у нее свет вчера вечером, что-то она сделала, не знаю, там что-то выбило пробки. Но она чуть сама не смогла подключить, а он на работу, ну, в ночь. И он не успел туда к ней, там не было у него возможности туда к ней проехать именно вечером, да, потому что он уже на работе был. И сегодня с утра он после работы пошел, что-то сделал, пришел и сейчас лег немножко спать. Вот. А мы с Ярой позавтракали, сейчас будем, хочу все-таки сегодня, хоть суббота, надо сегодня отдохнуть. Понятно, что за неделю намотались, вчера после школы, я даже не помню, честно говоря, снимала. Я вот как-то, у меня бывают такие моменты, вот просто пропадают. Потому что хочется отдохнуть, что-то сделать, или кто-то с кем-то надо пообщаться по телефону, там, или по соцсетям каким-то. Плюс какие-то кое-какие я себе книжки Яськина распечатывала. Так у меня свои думы, задумки, свои пока вопросы я решаю для себя. Возможно, если все нормально будет, потом расскажу, поделюсь. Вот. По БДА тоже отдельно смонтирую ролик, поделюсь. Частично поделюсь, наверное, не со всеми. Как бы, а вот еще у меня в Zoom вроде запись шла вебинара. Вот это не вебинар, а консультация. Но я почему-то не могу с этого Zoom облака найти, где оно. Получается, не могу. То есть не могу зайти вроде в свой же профиль. Хотя вроде я общаюсь, как Людмила, по Zoom. Ну, в общем, тоже какие-то свои есть тараканы. Теперь надо разобраться. Ну, а так вообще, как бы по планам, честно говоря, хочу привести в порядок, хочу немножко так вот более погенералить. Возможно, сейчас даже, может быть, если дождь опять не польет, потому что дождь льет, у нас сверху бьет оно, и окна опять все грязные. Ну, посмотрю. Погодка у нас так себе, сначала была солнечная, сейчас немножко пасмурно, 4 мая у нас отключают отопление, но как-то вот сейчас уже... Сучки нахлобучились. Привет еще раз. Записываю уже с третьего раза. Телефон, видно, перегружен. Надо будет почистить по записи. Мне тянет. Еще для Инстаграма, где-то для Ютуба снимали. В общем, эти дни, конечно, дни у нас такие сегодня. Мы сейчас с Ярой сядем, сделаем уроки. Потому что вчера он тоже не сел уроки делать. У меня есть кое-какие так задумки. Я кое-какие, ну, какие-то с книжки для себя скачала. Потом, возможно, вам тоже покажу, расскажу, что я хочу, что я делаю сейчас. Вот. Мы с ним позанимаемся уроками. Потому что школа – это школа, а все-таки программу тоже надо как бы, да, догонять. Все. Сейчас будем убираться. Потому что я столько вам наболтала, с вами пообщалась. Вроде у меня, кажется, телефон не писал. Получается, я в основном всегда раньше в четверг убиралась. Чисто четверг. То есть как бы я придерживалась этих традиций. Я убиралась. Когда-то даже посты держала, да, Пасху. Вот, но... Получилось так, что в Азербайджане вообще мы и пекли и на Нурус Байрам, и на Пасху обязательно все пекли, красили. А получается, что в четверг мы как-то после занятий, я была одна, мне было настолько уставшая, тяжело, что я ничего не делала, не убирала, ни постель не меняла, ничего, не купались даже так вот, чтобы, ну, как официально чистый четверг, да? То есть непонятно, что моешься каждый день, но не все вот так вот было гладко прошло, поэтому будем постараться сейчас сегодня немножко позаниматься, время, чтобы не тянуть. А потом уже хочу все-таки более такую генеральную приборочку, там где-то что-то поубирать, книжки сложить. Ну, возможно, посмотреть, что мы успеем, чтобы более, может быть, даже если дождь все-таки не пойдет, помыть окна, хочется еще и погулять, успеть. И на это все, конечно, всего один день. То есть вечером-то все равно уже надо отдыхать пораньше, потому что Яра, чтобы он не загуливался, а ложился все-таки рано спать, чтобы опять не потерять режим, потому что в понедельник, правда, нам к 10 утра, но там, я не знаю, в школу мы пойдем, не пойдем, нет, в понедельник же в школу мы не идем, а, ну тогда легче, то есть у Яры будет в понедельник только, в принципе, занятия ЛФК, то есть центр работает по простому обычному режиму, то есть как бы все занятия также будут, только единственное, что школа и
По-моему, не будет мастерской, как я поняла, на следующей неделе. Потому что будут праздники. Ну, доброты не будет, естественно, лошадей не будет, потому что вот там везде все праздники. Только мы в центр будем ездить. А, ну так эта неделя вообще же вся праздники. Я что-то в школу вообще собралась. Пришла бы туда, сказала бы, Мила, здрасте. Представляете, вот. Да, у нас только центр будет. Сейчас мы будем ходить на занятия туда, на тренировки Яськой. Ну, вторая дня будет уже половина, будем отдыхать. Все убрать, потом купаться. Потом думаю, нет, давайте я помоюсь, потом еще раз помоюсь. Но с другой стороны, тоже не получается. Я же не могу в каком-то вообще таком заниматься, с ним садиться. Но Яра иногда вот так вот дергает, и бывает, брызги летят во все стороны. Поэтому и уже клеенка здесь надо будет потом менять. Но самое главное, стол хороший, стол мы сохранили, он чистый. Чуть-чуть подчищу его по краю, где там Яра руками своими. Яра там скотч. Любимое занятие, скотч драть. Хотя раньше он очень-очень боялся этого скотча. Еще у нас сейчас машинка стира, собрали все вещи по всей квартире. Сейчас будем все везде стирать, перестирывать. Там Микина пока тоже дома. Вот, не знаю, пойдет гулять. Ну, вроде сказала, что куда-то собирается, она уходит тоже. Но все равно это дело житейское, дело молодое. Надо гулять, пока есть возможность. Когда дома сидеть, я тоже нервничаю. Ну вот, что-то совсем дома сидишь. Как-то это тоже вроде неправильно. Что у меня здесь растет, непонятно. Я не даю зелени вырастать. Она вот такая вырастает, и я ее съедаю. Петрушка. Даже у меня чуть-чуть у меня смогла отрасти побольше. Такая даже. Но все равно съем. Потому что мне нравится. Я вот просто какой-то на вкусовой ориентир. С кинзой то же самое. Кинза просто сама по себе полезна. Конечно, она на любителей. Мне не нравится, когда кинзу в суп кладешь. Она как будто такая завидает. Ее мне нравится только, когда ее свежую класть. Наша девочка мне писала, когда про кинзу, что мне понравилось. Ее в салатах очень классно, когда много. Она как оксидант. Она вообще очень классная для желудка, для организма. А я ее, знаете, как вот нарезаю побольше в салаты. Потом, когда я делаю, готовлю курицу, например, жарить. Вот ты ее пожарить уже все, вот она просто пожарит, без всяких приправ, без ничего, просто курицу посолили, покрутили, пожарили с двух сторон, потом нарезаю полукольцами лук тоненько, чтобы оно были полукольца, не мелко совсем, а полукольцами, и нарезаю кинзу. И вот когда уже курица приготовилась, выключили газ, под крышку туда засыпали зеленью и засыпали вот этим луком, и закрыли. Пальчики облизываешь, такое впечатление, как будто ты приготовила куриный шашлык. Вот абсолютно, знаете, хотя это просто приготовленная курица на сковородке, на простом огне. Ощущение, что ты кушаешь куриный шашлык по вкусу. Вы попробуйте, реально это работает. То есть, например, я потом эти лук ем. Мимиля у нас она не ест, она этот лук снимает, но сам факт, вкус, оно остается. То есть, как бы, да, вот так вот оно по ощущениям, оно очень такое приятное. В основном, ну я зелень сама по себе, я любую зелень могу, и петрушку могу, и укроп, я могу прям просто пучком съедать. Ладно, наш меня взлетит, потом подключусь. Андрей там с Ярой выясняет, хочу сейчас быстро протереть здесь окна, потому что надо прибраться немножко. Оказывается, все-таки завтра у нас каникулы. В общем, короче говоря, наш праздник завтра тоже накрылся медным тазом. Андрей завтра на работе у нас. Карандаши у меня, косметика попадала. Вот. Так что мы остаемся опять одни без нашего мужчины. Но я все равно хотя бы хоть какую-то такую приборку навряд ли, поэтому мы, наверное, и печь не будем уже. Хотя бы просто протереть. А? Нет, я хочу просто, говорю, немножко протру, чтобы по эти окна освежить, потому что дождь вроде разошелся, дождя нету. А? Сима уходит на балкон. Сима уходит на балкон.
нельзя. Все, я Симу отправила, а то она мне вечно здесь лезет. И потом выскакивает в окно. Сейчас пойду сетку тоже помою. В общем, бегаю. У него такая хорошая чистилка, мне она нравится, она очень хорошо чистит, быстро. Сейчас протру и потом сухой тряпочкой. То есть давай еще вывались туда. Да чего вывались, я просто. Яра нам музыку включает, поэтому это все будет большинство без музыки, без этого, без звука. У нас музыка там убирается. Я сейчас помыла чехол, сняла с планшета, потому что он вообще вот так. Сейчас иду, я запачкал, пускай сохнет здесь. Все, в принципе, я сейчас кухню убрала. Сейчас помыла только полы. Сейчас я иду, скажу, что там в комнате будем убираться. Так что сейчас осталось только полы протереть. Она будет гулять, я держу. Иди. Угу, хорошо. Ты слюни глотай только, слюни. Пожалуйста. Я укажу. Ты объясняешь это? Что завтра утром для Пасхи? Делай, умничка.
Я тебя поняла. Что, обычные тоже будешь? Ты пока тренируйся на этих, это красиво, что в лесу. А потом... Вот, видишь, вот. Видишь, как получается? На осле! Какой? Следующая? Вот это раскрашу еще. Ты. Я раскрашу, мне еще тут много работы. Ты свою раскрашу, я тоже свою буду раскрашивать. Давай. Давай. Так, все, давай, поехал. Давай. На горе. Гойся. Слюни, пожалуйста. Аккуратно. И гойся. Хорошо. Рисуй. А пусть она будет бегать. Знаешь, она бегает. Аккуратно делай, да, чтобы она не бегала. Угу. Мы пока здесь генералим, я убрала в маленькую комнату, сейчас в большой комнате, там окна помыли, все. Правда, еще не дошла до этой кухни, вы уже увидели, что я там убралась. А теперь покажу. Яра сидела, пока делала яйца, а потом решил покушать, посадить. И вот что творится, не смешно? Вот так вот, а потом говорите, вот, Мил, чем ты занимаешься? Прекрати, вот я разрешила ему открыть пачку. Яр, не смешно, ты видел, что тебя не ругают, и ты сразу опять начал пакостничать. Это, правда, я со стола собрала, остальное все пропало. Так что вот так вот моя генеральная уборка на кухне. Яр, прекрати. Чего ты говори, Алиса? Зови нормально, Алиса. Не слышно? Ладно, хорошо. Как скажете. Так мы практикуем свою дикцию, да, грубо говоря, произношение. Вот он часто сидит с Алисой, вот разговаривает. По большому счету уже она его стала понимать. Раньше это было вообще. Ну не все, конечно. Но... Я расскажи, мама. Яра, говори. Не, ну сейчас ты начинаешь уже. Давай, пожалуйста, нормально скажи, да? Алисе скажи. Скажи, Алиса, а ты мама. Не надо. Ну вот это пока у него это вот и его это. Иди. Хорошо, иду я. Хорошо. Я просто уже устала. 10 часов вечера, мы только закончили уборки, но мы перемыли везде окна. Только вот здесь я не помыла. В соседней комнате, где мы должны делаем ремонт, там мне уже не хватило сил. Поменяла все цветы, расставила все цветы, почистила, помыла. В ту комнату везде, ну вот так вот, уже 10 часов на лекарство. А. Да, помыли второй раз уже кухню. Везде все разобрали, все вещи уже. Давай. Смотри, смотри. Пыль, все, да, планшет весь помыли. Все, сейчас я жарю картошку. Завтра Андрей у нас уходит с утра, поэтому мы не стали заморачиваться. Может быть, я завтра все-таки. У меня бывали такие дни, еще даже в Баку, когда мы с ним успевали что-то. Мы могли готовить, кстати, Пасху. Ну, бывает иногда такое.
даже воскресенье, даже, даже по-моему, в Евпатории один раз тоже готовили прям вот. Я гастрономию слушаю. Смотри, смотри, слушай. А я сейчас варю картошку, не знаю, с чем. Там, правда, есть, по-моему, пару котлет. Может быть, я сделаю какую-нибудь консерву, открою. Не знаю, посмотрим уже. Вот пока все перестирали, все помыли, почистили. В общем, все не так получилось, правда. Даже яйца. Ну, может быть, яйца завтра с утра. Я даже сельской помню, в Евпатории мы как-то клеили, делали. Но здесь почему-то не получилось, не хватило сил, времени. Потому что надо было немножко разобрать все-таки. Пока одно, пока второе, третье. А. Яр, ты вообще разговариваю. Сиди, смотри, слушай. Я сейчас буду тебя спрашивать. Слушай. Там сейчас будут вопросы задавать тебе. Я нам еще умудрился скандал устроить, потому что он сидел здесь, а Андрей писал по магазину, там пылесос. И так что мы сорвали еще где-то полчаса, наверное, больше, пока я разревелся тут у нас. Устал, слушай, просто здесь ничего такого нет. Ты же не решаешь примеры, слушаешь историю. Ты же можешь Макса смотреть с Катей? Не устаешь? Ну что? Ладно, сейчас мы кушаем, пока потом подключу. Я, кстати, сюда мы то, что лампочки включили, купили, я вот сюда приспособила. Яра, когда приходит, руки мыть на кухне. Или что вот он здесь? Ну что ты вот включает сюда? Ну, нам неудобно раковину мыть или еще что-то. Здесь уже освещается подсветка. В принципе, вот так вот удобно. Это не хлам. Это просто посуда, которая стекает, и я не заморачиваюсь. Ну вот не заморачиваюсь, я и не потираю посуду. Я жду, она стекает, я ее раскладываю, и все. Полчаса разница. Зачем я буду эти полчаса тратить на то, что тереть эту стоять посуду, да, дури, и класть? Когда я просто подожду полчаса, займусь чем-то другим. Я вдруг в свое время просто его организую по-другому. Вот и все, девчонки. А полчаса на кухне, оно никому, честно говоря, не мешает, потому что в этот момент я выполняю какие-то другие дела и не напрягаю там ни на кого, или не скандалю ни с кем, что мне должны помочь, мне должны вытереть посуду, мне нету времени. Мне ее не вытирают. И сейчас она вот, и так же вещи, я вот вешу, сушу вещи, даже постель, так развешиваю, чтобы она прям была вот... Яр, ты опять начинаешь мамкать, когда я разговариваю. Ну вот сколько можно? Тебе же никто не мешает, сидишь, сиди. А, получается, что я включаю, то есть вещи, сушу вещи, тогда, когда вот так как распрямляю, чтобы они прям оставались ровными, и все. И потом складываю тоже сразу. Что? Не надо все подряд, не надо, не Петрова, не надо загружать всякую ерунду. Заниматься у тебя, а ты устал, послушал пол лекции. Я устал, мне уже плохо, дурно у него, сознание он теряет. А всякую ерунду загружать, у него сознание все нормально, в норме. Никуда не теряется. Ужас, так можно? Ах, у нас, кстати, покажу, так, правда, темно, но завтра покажу, когда будет светло. У нас вот такой цветочек появился дома. Красивая. Я здесь немножко попереставила. Андрей, правда, хочет, чтобы я это убрала, но я не хочу, я их хлопаю. Мне их нравится эта капуста. Видите, она какая? Для меня она уже большая. Конечно, помидорки было бы хорошо куда-то. Они такие хорошие, крепенькие. Вот этот рейганчик, кирсов, базилик. Я его практически... Я сначала думала, что я сожгла, потом до меня дошло, что это базилик так. Мне так нравится. Я его прям вот ем, ем. Лук не успевает. Я его постригла. Он пытается у меня уплотниться, но я его опять съедаю быстро. Опять он у меня даже не успевает его укрепиться, честно говоря. И здесь то же самое. Уже почти все я покоцала. Почти весь укроп съела. И сейчас покажу еще в другом месте. Вот. У нас целая стирка, видите, целая бодейка стирки. Но это теперь завтра, пока все высохнет. Пока сушится все.
Ох. Там еще его на балконе уже сушится. Здесь тоже все максимально убрали. Это все Яскино. Куда-то сейчас это раскладывать, это просто вообще нереально, невозможно. И самое главное, у меня вот это, видите, красота какая. Такой красивенький. По-моему, это женское называется, мне кажется, могут, ну, если кто знает, напишите, по-моему, это женское счастье, что ли. Я вот не знаю, его можно одним держать или нужно мужское счастье тоже принести, купить им то, что... Вот. А этот у меня хорошо пошел. Здесь что-то пошло еще. Ну, прижилось, пока не погибает. И здесь вот этот тоже вроде как... Ну, вроде бы прижился, а вроде и отваливается. Что-то мне не нравится. Он сухой. Сейчас посмотрю. Ну, в общем, мы здесь тоже убрались. Отмыли все окна. Сейчас, наверное, не видно. Это уже, наверное, завтра будет видно. Перемыли все окна. Они вот так вот у нас сейчас идеальные. Вообще идеально, идеально. Я, честно говоря, не мыла пока. Когда мы переехали, я здесь пока не мыла. Думала, что пускай, если помою, будет чисто. И будет здесь все это высвечиваться. Потому что напротив прям центр. А сейчас уже хорошо. Сейчас закрываю. И оно нормально все. Сейчас я гляну свой цветок, посмотрю. Мы будем кушать. Я уже картошку сварила.